Алексей, ты зачем пришел к нам? Наум, я от тебя уже бумагу спрятала. Ты же разматываешь. Осталась только палочка от бумаги. Нет, я пришел на воспитание Науми. Ждешь, я Науми кушать положу, он будет помогать. Кушать ждем, да? Принести, да? Сейчас принесем, конечно. Рыся пришла. Сейчас дам кушать, сейчас. Свет мне так не нравится, плохой свет. А так даже лучше. Кушать дать, да, Мёдхен? Науми, дать покушать? У меня есть комната, я сделала для... Сейчас я принесу. Для Джесси я сделала, правда. Там пустая тарелка, да, ничего нету. А, сейчас дам. Да, все налетели. Я же Науми дала. Сейчас Мёдхен проверит, или это съедобное. Мёдхен, ну как? Можно Джесси такое принести? Ну, пожалуйста, что творится с собачьим кормом? Размочила это специально для Джесси и ее щенка. Ну. Науми, кушай. Науми любит этот корм. Так, пожалуйста, боже, ну что вы все собираетесь сюда? Я Науми и Мёдхену дала. Ого, ого. Мёдхен, а ты так и будешь среди котов тут сидеть? Ого, как Мёдхен тут устроился. Ой, малинник какой. Ну, вместо того, чтобы покушать, так она, понимаешь ли, это из своего шлома решила вылезать. Мёдхен, как тебе тут среди котов живется? Тебя тут не столкнут они? Посмотрите, какая толпа и Мёдхен. Вот это в малинник попал Мёдхен. Столько котов красивых. Как он к ним всем заглядывает. Терри, нет, Терри, мы с тобой не договаривались, что ты будешь прыгать. Ну что, Мёдхен, все, Мёдхен не выдержал. Мёдхен это не выдержал. Да? Че, Африка, на улицу пойдем? Сейчас пойдем. Не выдержал столько котов. Шакира, Мёдхен стал дружить с котами. Что это такое? Как это называется? Попрыгушка просто есть, попрыгушка. Да. В комнату пойдем? Там кто-то мяукает на улице, да? Мёдхен, мне надо, чтобы ты ушел, потому что там, видишь, у меня кто-то на улице. Вот кто был на улице. Вс,
Все, я пошла за паром настоящим. Это то было баловство. Сейчас Филечка. Филечка пришел с улицы голодный, страшно. Вот кого надо срочно кормить. Срочно. Все. Все, бросаю, иду. Такое я решила устроить Филе праздник. Миску мяса. Все коты сразу перебрались. Но не до конца. Не все. Мясо. Мясо. Куски. Не мешайте. Там есть и порезанное мелко, и куском. Вот так Филя приходит домой. И вот так я его встречаю целый тазиком для Фили. А Наоми, я конкретно тебе поставила. Тут вон два товарища влезла в эту тарелку. Наоми, интеллигентка, или ты не хочешь кушать? Сейчас я тебе мясо дам. Вот Филя заслужил. Ой, ой, вот такой большой кусок ему достался. Терри, ты прекрати, Терри. Не надо, ты такая так, толстая. Это коты были на улице почти все. Недавно поприходили, персик недавно пришел. Вы все ели. Я вам мясо это все давала. Ну, так хорошо им теперь. Вот так Филечка сплакал, под дверью сидел, говорил, когда вы мне начнете, откройте двери. Все, Пуша маленький. Маленький котик такой. Все, не будем никому мешать. Пока тут коты едят мясо, Наоми аккуратненько перешла на корм, который я ей дала. Это я для нее дала, она не ела. Она интеллигентка, любит одна кушать. Терри, не вору там мясо, я все вижу. Терри, слазь. Вот так Наоми кушает. Корм, который был сделан для Джессики. И для щеночка. Я вымочила. Ну, почему-то Наоми его тоже любит. Но он вообще калорийный. Наоми, Маша сказала, что ты толстая, чтобы я тебя поменьше кормила. Но она любит вот это кушать. И даже не шла. Он мясом на том столе дала, даже не пошла. Обрадовала, что все коты перебежали. Я сказала, обрадовала, что все коты перебежали. Слышал слово? Начинается схождение сюда. Я сюда с камерой, они сюда. Я туда с камерой, они туда. А, Рыся, кто так делает? Вот так у нас вечерняя еда. Потом еще Марсель проснется, придет кушать, шкафчики открывать. Придется опять насыпать. Потому что спать не даст. Будет бегать, открывать. Ну, пока он еще не просыпался. Целый день был во дворе. И такой бабочка где-то или на шкафу, или в спальне, не знаю где. В общем, в засаде. Чтобы его не тревожили. Да, придется замачивать новый корм для Джесси. Потому что... Ты что, дружуха? Это же твоя лучшая подруга, Рися. Вообще мне нравится смотреть, как коты кушают. Я не знаю, кому как, а мне очень нравится. Посмотрите, как она старается. Если хорошо присмотреться. Каждую штучку. С любовью. К желудку своему скажи. Так показывайте детям, как коты любят кушать, когда они не хотят. И они начнут кушать. Что ты мне разбрасываешь? Вот. Ой, красиво. Красиво. Все, не мешаю.